Всем привет, ребята! С вами я, Лёша Волшебник. Ну и многие из вас сталкивались с такой проблемой, когда вам не когда вы пытаетесь зайти в какое-то приложение, авторизоваться там, и вы вводите свой номер телефона, вам должен прийти код доступа, и он вам не приходит. Сейчас я расскажу, что делать в такой ситуации. Многие говорят, перезагрузить телефон или что-то. Это все ерунда, это все не работает. Самый лучший способ. Открываем приложение Мой МТС. Дальше в поиске найти. Пишем. Служба коротких сообщений. И у вас тут будет написано подключить. Если... Вот, тут у вас в любом случае, если вам не приходит много раз, раз 10, допустим, вам не пришло, вы нажимаете тут подключить. Далее ждете, пока вам приходит вот такое вот сообщение. То есть, что на номере таком-то услуга подключена. Что приятного общения. И все. Дальше вы ждете минуту-две. Можете заходить в приложение, и все. Ну и у вас, в принципе, все заработает. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.